Привет, друзья! Представляю вам мою многострадальную мору. Сколько раз уже, раза три я им уже переделываю ручку. И в очередной раз новое творчество. Значит, ножны сейчас мы отложим. Недавно еще я показывал, насколько, ну как недавно, месяца полтора назад, насколько крепкая ручка на всадном монтаже. Я не просто так, я его разбил на камеру, разбил молотком, показал, насколько она крепкая. Просто из бука, насколько я помню, или нет, вру, из березы. Из березы была ручка, я ее разбил, она была грибком. Вот, для того, чтобы сделать вот из кориана. Она склеена из двух частей, и втулка насквозь проходит. Вот здесь хорошо видно. Вот. И симпатично, мне нравится полированный плекс, как играет на солнце. Вот прям вообще огонь. Вот, ручечка получилась такая же, как оригинальная классическая мора. Она влазит в ножны, даже чуть поменьше. Вот, то есть ножны для нее подходят и оригинальные. И я вот сшил тут из оранжевой кожи, у меня было. Тоже подходит. Единственное только то, что засунув ножны вот максимально в ножны, мне за счет того, что она полированная такая, симпатичненькая такая, ее тяжело выскочить, ну, вытащить. То есть начинает соскакивать пальцы. Может быть, стоило здесь два углубления сделать, чтобы лучше хватать. Но пока живем так. Вот. Значит, еще разок давайте я пройдусь. Это клинок моры из нержавейки. Я его купил еще, когда Басилард был в ДНХ. Я ему делал ручку уже, ну да, раза три, точно, это, наверное, четвертый раз, когда я переделаю частично, вот только нижнюю часть. Ну, получилась такая вот симпатичная, блестящая вся. Не сказал бы, что она тяжелая, ну, так она более увесистая, чем деревянная. Так, весит она 93 грамма. Для примера, мора 511 весит 78 грамм. И, кстати, давайте я положу ее для сравнения. И давайте 2000-ю еще. Вот так. Клиночек у нас побольше. Это классика. Это не 511-я. Ну, 2000. Ну, 2000-й побольше, да. Вот так. Ну, и вот так давайте. Так, так, так. Вот такое творчество вышло. Достаточно скользкое. Если попадет жир. Но симпатичное. Ну и давайте крысу я положу еще для сравнения, просто для понимания габаритов. До 100 грамм это, на мой взгляд, нормально вполне. Она не кажется кирпичом, но приятненькая такая симпатичная игрушка получилась. Надеюсь, было интересно. Вот такая вот вещица получилась. Перекосила немножко ножны. Вот так. Вот ее выхватить бывает тяжеловато. Зато в родных она себя чувствует великолепно. В общем, склеил я с двух половинок. Что-то я тут не выровнял, надо было получше выровнять. Вот здесь вот видно склейка.
немного. Вот здесь тоже неровно. Ну, собственно, у меня всегда так. У меня получилось прямо вот под мою руку. В самый раз. То есть он небольшой, не маленький, и запаса тут нету.